Дети поздравляют Андрюшу с днем рождения. Меня нарисовали. Это, Андрюша, твой волк. Это вы! А это кто? Инопланетянин. Это был колорадский. Шарики ему вот, дети надули. А почему колорадский? Не знаю, если бы жил. Где мы сын сюда? Это Ариадна тоже подарила? Ариадна подарила такую открытку и 200 рублей. Со своей копилки, наверное, да, Ариадна? Ой. Ты видела, что написано на шаре? Да. Они все читали. Все, давайте, что, вместе помогаем. Раз, два, три. Дай Бог тебе здоровья. С днем рождения. С днем рождения. Ура! Это на следующий тот. Всем привет. Сейчас Андрюша был в вольер с оболятом. Он их выпускает, чтобы они тут побегали. По травке, по всему. Телефона, к сожалению, особо не было. Был на зарядке. В общем, я тут с Мелитиной коляски была. Бэтмен по мне полазил. Потом начал забираться на коляску. К Мелитине. Я аж за коляску убежать. А тут Бугу выбежала. В общем, они мне пропустили пятку. Напали. Вот. И такие вот дела. Больше я с ними не дружу. Все равно он принесла им абрикоски. Они кушают цыплят сейчас. Это вот бабушка кушает. Конечно, укус был малоприятен. Такой вот прям резкий. Всем привет! Всем привет! Да, всем привет. Я помню, в детстве точно так же в пазуху собирали. Мелитина, ты чё? Смотрите, Акела с Фурией играют в догонялки. Он его за попу ловит. Девочки пошли угощать вольфундиков и остальных. Ага. Ну, Балда, Оскара, там Йети сидит. Алу. И акула там сидит. Да, Фурия бьет. Снимайте, не снимайте. Акела, наверное, ждет горох. А ну, Федь, глянь за Мелитиной, я ему дам горох. Держи, Акелыч. Акела любит горох. Фуряша. Акела обожает горох у нас. Держи. Фурюшка, держи, моя девочка. Держи. Акела, ну ты чё? Акела делиться не хочет. Акела делиться не хочет с Фурией.
Да, я тоже ему говорю, что он жадина. Говядина. Так себя не должны мужчины вести, да, Федь? Надо ухаживать. Фурочку. Фурочка, моя красавица. Моя девочка, обидел он тебя, да? Расстроил он тебя. Расстроил мою красивую. С моего птенечка. Что, Акела? Не обижай ее. Может, вышли за территорию? Детки друг друга катают, а Рядночка еще не умеет ездить. И надо опустить руль и сидушку. Какая вот у нас красота. Пахнет очень ромашками. У нас тут за забором ромашковое поле. И знаете, пахнет тут, как будто чай ромашковый заварил. Закончили, что ли? У нас светлый даже Федю чуть покусывал и облизывал. Вот, смотрите. Всем доброе утро. Детвора не доела омлет. Все, что они не доедают, все идет соболькам. Угу. Болтуха. Так, всем в разные места набросаются. Такие, такие наглые. Федь, закидываем, тоже вот так запихиваем в другие места. Кошмар. А зайти я к ним не могу, потому что они сразу кидаются. В общем, у нас просрочился Ряднин йогурт. Ну как просрочился, ему уже подходит конец. Сегодня у нас 25-е до сегодняшнего дня. Хочу предложить умтиску, кто-то из них будет. Вот, например, вчера дети угощали их стручками гороховыми. Умка ел, а Куба понюхала, и все, и ушла. Умка, привет! А где Куба? Куба, ты в будке была? Привет, мои хорошие. Кубочка, будешь? На, попробуй. Не вместе теперь. Держи. Нет, Умка, я не отдам пачку. Кубочка, держи. Видите, Куба его не отгоняет. Делится. Так что они тут дружно живут. Все пусто. Молодцы. Спасибо, будете говорить? А, Умочь? Так не откуси мне пальцы. Кубочка. Девочка такая красавица. Хорошая. У меня пальцы
йогурте питьевом, да? И хвостиком виляешь. И умочка тут как тут хороший. Смотри, тут у него нос черный, а был же вроде бы как розовел. Кто-нибудь помнит об этом? Или это мне приснилось? По-моему, я помню, что был момент, когда у Умки тоже розовел нос. Умка, ты как Лёва. Потягушки. Он гоняет пулей. Хотел, ты опять будешь копать? И поэтому я тебе ничего и не дам. Фурюшка. Что твой мужчина тут копает на меня, а? Моя девочка. Наругайся на него. Смотри, раскопал. Смотрите, что мы тут обнаружили. Такой усатый. Вроде бы саранчает. Здоровенный. Вот смотрите, уже так выглядит морозильная камера. Дверь такая вот толстая. Внутри обшивается. Это уже эта система, да, стоит? Да. Вот такая вот красота. Папа у нас сейчас уехал на учебу на пару дней. А Сергей продолжает, он скромничает, не хочет показываться. Продолжает выполнять работу. А рядом построил такой шалаш. Федя добывает огонь. Дети сами все развлекают, как могут. Танечка построила шалаш для Анны. Вот это вот шикарное детство. Всем привет. Посмотрите, кто у нас здесь выживший. Дайте этому петушку имя. Один к Ольге поехал, выжил, а второй здесь. Ну, попробуем выходить, как получится, не знаю. Я никогда с ними не сталкивался, но говорят, что ничего сложного. Ну, посмотрим. Ну, что я тут однодневная? Им один день. Надо корм. Сейчас почитать, что они кушают. Ну, сказала, что кашу отварить и желток дать вареный. И под лампу его, чтобы он не замерз. Да? Цып-ц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 ып. Смотри, какая цыпонька. Летина. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Бегает. Нравится? А какая цыпонька. У нас уже почти готова морозильная камера. Осталось ее обшить. Чуть попозже, если разрешат, то зайти покажу, как там внутри. Может, малыши. Черничка. Вот он светлый. Мелити не нравится на них смотреть. Андрюша придумал такой способ окрашивания вольеров. Ну да, то невозможно. Вот что-то, ну, видите, мне тут придется немножко потом перекрашивать, докрашивать, хотя бы ржавчину эту. Ну, слушай, прикольно и быстро. Да.
опускать. Ну, самое жесткое это вот. Здесь вот эти вот. Прутья? Посмотри. Вот, вот эти ржавчины, их тяжело прокрашивать. Все, а здесь сейчас попробуем. Вот они, быстро. Конечно, с подтеками немножко, но вот что там, такой способ. Вот, смотрите, какая морозильная камера. Все как надо, по фэншую. А что это вы делаете? Ступени. А, ничего себе. Сергей вот делает ступеньки. Сейчас зайду, покажу вам, что внутри. А можно мне посмотреть, да? Да, конечно. Смотрите, вот так вот мы заходим. О, как тут прекрасно. Вон. Начал тут морозить. Полочки. Вон наши цыплята замороженные. Блин, так классно. Видите, тут.